В Нововятске осудили 19-летнего велосипедного вора Алексея Растворова. Ранее судимый парень отдыхал во дворе дома по улице Молодой Гвардии, а потом вдруг ему захотелось прокатиться по родному району. Машину взламывать не стал, забрался в колясочную и украл велосипед. Велопрогулка Алексею очень понравилась. Некомфортно, правда, было потом в отделе полиции. Полиции сейчас за что? Велосипед взял. Проникнуть в колясочную, по словам Алексея, было проще простого. Любитель чужих велосипедов дернул посильнее, и дверь открылась. Открыли как? Просто чуть-чуть дернул, но там само отпало все. Велосипед стоимостью 12 тысяч рублей был не пристегнут, поэтому Леша смело взял его и уехал. Полицейским злоумышленник заявил, что не планировал продавать похищенное, просто захотелось прокатиться. Велосипед где в это время был? У меня. Я на нем ехал. С какой целью брали велосипед? Прокатиться. Нашли Алексея полицейские быстро, опросили очевидцев и узнали, как прошел вечер у молодого человека. Также не в пользу задержанного сыграла его прежняя судимость. В вечернее время во дворе дома отдыхали его компания молодежи. В дальнейшем при отработке живого массива было установлено, что к хищению данного велосипеда причастен ранее судимый житель Орического района 2002 года рождения. Велосипед оперативники изъяли в квартире Алексея, похищенное было возвращено владельцу, а Растворову предстоял суд. Как выяснилось, Алексей рецидивист. Прошлые сроки за кражи были условными, а после похищения велосипеда суд вынес приговор уже по совокупности преступлений, дал Растворову 2 года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия.